Какая у меня красота! Правда? Здесь мед. Здесь что, друзья мои? Здесь мы купили сейчас целый килограмм вот таких грибов. Они не свежие, за 30 лир. Вот тут прямо возле дома нашего, возле дома. А сейчас вместе с вами, также здесь яйца есть. А сейчас вместе с вами мы будем делать распаковку. Я расскажу вам, что, сколько стоит. Давно я не делала, друзья мои. Да, все так дорожает. Сейчас я открою и покажу вам. Привет, мои дорогие зрители! И мы ходили в банк за зарплатой. Я одела сначала на шею цветочек, а потом на базар пошла, вот такой прицепила. Так, сегодня у нас распаковочка, у нас весна, я в колготках запарилась сегодня. И мы посмотрим, что мы купили и что сколько стоит. Ой, как глаза разбегаются от фруктов. Вот такой перец стоит 30 лир килограмм. Посмотрите, какой он огромный. Вы видите? А пахнет 3 штуки, 20 лир вышло. Баклажаны 30 лир килограмм. Баклажаны 30 лир килограмм. Столько еды кушать-то тогда, скажите, кушать. Это нам на 2 недели, наверное. Столько мы чего взяли. Следующая клубника. Клубника, какая вкусная, обалденная клубничка. Очень красивая клубника, пахнет. 50 лир килограмм, я сразу ее опускаю в воду, привожу ее в порядок, мою от песка, она у меня стоит. И потом я в контейнер, и в течение недели это все поедаю. Яйца домашние купили. Так, лук по 20 лир килограмм сегодня. Решили с Сашкой вам купить горох, его почистим. 20 лир килограмм взяли на 50 лир. Будем потом и распотрошим его и распределим по пакетикам, и когда надо будет. Смотрите, взяли такие вешенки, такие свежие, 100 лир килограмм, на 70 лир взяли. Смотрите, смотрите, какие грибы красивые. Они такие свежие, в другом месте по 70 видели, но мы взяли по 100 лир, посмотрите. Вот эти грибы сейчас я, план такой, у меня сейчас скоро 5 часов собрание, и вот я после собрания начну пережаривать все грибы. У нас сегодня есть много еды с мужем, надо доесть эти канатики. Я хочу, знаете, капусту потушить себе. Капуста 20 лир, вот такой качан. Делай, не хочу. Ой, как хочется все, но нельзя, оруч, время. Еще 2,5 часа. Привыкли уже, знаете, ко всему привыкли. Ашкем наконец-то решил взять себе яблочек 5 штук. 6 штук яблочек. Яблоки 20 лир килограмм. Сколько я это раньше ела. А так хочется кушать. Мне кажется, хочется. Придет такой день, когда я омоложусь, излечусь, и я буду кушать все. Так. Зелени набрали, друзья мои. Укроп 10 лир килограмм. Кинза! Я буду делать грузинскую еду. Ой, как она пахнет, обалдеть. 10 лир. Ну вот все взяли. Вот это взяли. Это испанак, это шпинат. Это щавель кисленький. Люблю петрушку. У нас же зелень как идет. Я режу салат, нарезаю сразу на неделю. Терри. Рокколо. Ой, витамины. Витамины. Это не витамины, это нутриенты, которые участвуют в очищении организма. Так, мои дорогие, идем дальше. Взяли такой перчик тоже. 70 лир такой перец. Морковка не знаю сколько, если честно. Не знаю, все вместе брали. Так. Вот еще зелень взяли. Сейчас я намою Мавишу. Мавиш любит вот такую. Как они любят, сейчас они будут купаться. Вот для них, скорее всего, покупала. Покупаю. Ой, такой вид такой красивый. Все зелень, все зелень. Мои дорогие зрители. Взяли мы помидоры и огурцы. Помидоры 35 лир килограмм. Посмотрите, какие помидоры.
А как они пахнут? Как они пахнут? Красота какая! Смотрите, что я купила для себя. Та-та-ра-та-та. Это артишок. Будем готовить с него сегодня какую-нибудь еду. Вы знаете, что главное? Вот здесь вот эти листья, их надо обсасывать. Посмотрим потом, как и что. Это все надо оторвать. Эти листья все обсосем, посмотрим, понравится он мне или нет. Может, не сегодня, может, в следующий раз, но это сделаю однозначно. Так. Следующее, что мы купили? Это такие огурчики, 22 килограмм. 15 есть тоже, ну, хорошие взяли. И лимоны, 7,5 килограмм. Я не знаю, сколько это все стоит, не знаю. Но это все очень красиво, очень все красиво. Сколько чего, сколько чего. Вот сейчас вот этот весь пересок уходит, с этих тоже уходит. С грибочков, плохое все уходит. И видите, промывается оно и все. Сейчас посмотрим, где-то плохое увидела, которое дает этот. У меня же собрание сегодня, надо быстренько все это начинать. Вот. Мои дорогие зрители. Промою и грибы промою, и у меня сейчас работы много, а времени мало. Все, а то связи. Добрый вечер, мои дорогие. Смотрите, что я сегодня приготовила. Грибочки. Ну, это вчера подогрела. Два вида салата. И себе артишок. Не знаю, как я его буду кушать. Соус надо делать какой-то. Я-то и так его похаваю с йогуртом. Зелени полно. Так что вот приятного аппетита нам. Еще вот нажарила целую сковородку грибов. Может, с ними буду кушать, не знаю. Приятного аппетита. Что тут делают наши птички? Мавишок у нас уже здесь в основном. Сижу, хромкаю этот артишок. Наверное, я не понимаю в нем ничего. Думаю, как можно за ним с ума сходить, как сходят некоторые блогеры. Это такое вкусное. Ну, сейчас я посолила. Да, мягенько. Ну, чтобы сказать, что я еще их куплю, ничего не сказать. Что здесь вкусно? Вот смотрите, вот эти вот листья, они такие сочные, и их вот так вот откусываешь, как чипсы, да, и кушаешь. Но надо макать соус какой-то. Мне неохота было соус, я вот так вот. Йогурт, соль. Видите, как откусываешь, и вот это вот все съедается. Я только знаю, что оно полезное, поэтому его ем. Вот. В основном, что я поела? Салатик. Видите, сколько? Так мало кушаем. И мой муж так мало кушает. 4 штуки. Я 2 штуки поела. Да, у меня еще было чуть-чуть тут корж из цветной капусты. Я грибы завернула и вот так поела. Сливок новый. Вот смотрите, сейчас этот салат. Как жалко их выбрасывать. Ведь мне можно кушать только сейчас. Прошло полчаса. 20 минут, как мы сидим. Естественно, я-то уже, в принципе, наелась, как только погрызла это. Но больше я так покупать точно не буду. Не знаю, если кто-то угостит меня. Ну да, вот это вкусная часть. А эти не так уж. Еще отдельно продаются. В воде плавают они. Я теперь понимаю, чтобы они не почернели. Но здесь это видно свежее, потому что не успело оно появиться, да. Наверное, ложкой вот так надо поесть. Извините, я так руками все хватаю. Вот, мои дорогие, я уже наелась и все. И сейчас вот этот салат надо как-то заживать. Жалко выбрасывать, здесь авокадо. Так вот ест мой муж. Вот. Потом уже попозже будем пить все. Чай, кофе.
Эти фрукты, орешки не хочу, клубничку, а завтра у меня 48 часов. Ну, я еду на зумбу, мне это, в принципе, в кайф. Не кушать в этот день, когда прыгаю. Друзья мои, прошли выборы, и победил тот, кто был мэром, кто победил на предыдущих выборах, то есть старый наш Вахап остался нашим мэром. Вот такие вот делишки. Мои дорогие, любимые, я побежала с девчонком на встречу, будем рисовать нейрографику. Я, как всегда, задерживаюсь. У меня не получается никогда вовремя, никогда. Хотя я так проснулась рано, легла поздно, проснулась рано, а не получается. Кто там смотрит на меня, вы увидите, соседи сейчас. Сейчас надо лететь, как пуля. Как пуля надо лететь. Я пройду через рыбный базар, покороче. И вот я уже... Спустя 10 минут, даже 5 минут, я уже на набережной, да, друзья? 5 минут прошло, я уже возле бабочки. Вот. Вот, оказывается, так лучше мне идти, чем я хожу другим путем и очень много обхожу. Смотрим, кто на горизонте. Никого не видно на горизонте. Но первое быть... Это замечательно. Буду сидеть ждать наших девочек. А, они уже там сидят. Лапули мои. И Настя, и Катюша. Будут дальние наши девочки. Вот. Замечательно. Всем удачного дня, мои дорогие. Это же не имеет значения. Отпускаем все свои обиды, друзья. А про долги-то забыли, а у меня долгов уже нету, слава богу. Видите, поэтому и не пришло в голову. У Насти классный кораблик, смотрите. Да, мой перевернулся, у Настеньки вон. Ничего, оно все уйдет. Вот так мы, волшебничаем, девочки. Вода прозрачная. Какое красивое море, да? Да. Ой, скоро уже лето. У меня здесь... Светлана та дефилирует, показывает нам. Так, модный приговор. Ох, пушинка. Закончили мы рисование, девочки. До встречи в эфире. Мы на связи. У меня такое настроение хорошее. Почему? Потому что у нас солнце, тепло и подружки рядом. И все кайфуют. Не только я. Видите, женщина сидит, кайфует, наслаждается. Все, девочки, мы пошли домой. До связи.